Ядовитый, его нельзя сейчас выкушать. Он мятой отдает. А, вот мята. Вау. Она отдает. Это, вот это не мята. Или дух. Не, это же готовник, по-моему. Ну, воняет как мята. Вон тоже тут воняет. Оттуда, отсюда, где-то отсюда. Сильно вот так ментол дает. Ментол сильно. Ну не ментол, а мята ты имеешь в виду. Что только здесь не растет. И пальмы, и бананы. Бананы, вот банановое дерево посередине. Пальмовое дерево. Столько-столько разных сортов. Бабочки. Вот тут парадиз для насекомых. Есть даже название цветов стоит. Интересные. Очень красиво. Одна такая грядка или клумба, да? Но она как лабиринт. Мы сейчас вовнутрь зайдем. Да. Вообще что-то интересное. Такая красота. Тоже перекликаются разные. Даже черные, смотрите, какие есть черные, интересные цветы. Красотища. Просто красота. Вот такой здесь есть магазин цветов, где можно погулять по парку, насладиться этой красотой. Неописуемой. Неописуемой. Еще и лягушки. А, там еще статуя стоит внутри. Вокруг пальм обсажена. Здорово. Очень красиво. Молодцы. Так, а мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше. Здесь тоже красиво оформлено. Клумбочка. Интересно, вот высокие вот эти цветы тоже. С елями разными. Такой деревянный мостик. Пойдем, там всякие животные живут, красные. Музыка играет. Так, кто тут обитает? Вот, пожалуйста. Стоят таблички. Кто тут обитает в этом лесочке? Даже мыши. И змеи, и ящерицы. Змеи. Кузнечики. Уточки. Цапли. Угу. Бобры.
Адлер, орел. Такая смешная лягушка. Кувшинки уже закрылись. Да. И улиток здесь хватает. Приятное место. Там вот подушки лежат, можно там отдохнуть, полежать. Красиво. Смотрите, что я нашла. Дикая земляника. Дикая ягода. Какая крупная. Интересно, она сладкая, нет? Вот знаю. Не сладкая. Все, пойдем дальше. Есть даже высокие грядки. Давайте посмотрим, что тут растет. Так, капусту уже срубили. А, вот цветная капуста еще есть. Помидорки. Так, а это что, рабаба? Да, это рабаба. Не знаю, как по-русски. Наверное, тоже рабаба. Да, цветная капуста. О, перчик. Пожалуйста. Перчик. Уже отцвел. Так, это салат. Что-то они его не сняли. Он цвести начинает уже. Вот здесь помидоры. Ха, смотрите. Какие помидоры. Нет, это же не помидоры. Это же эти кабачки. Помидоры. Вот это кабачки. Подвешены. Сколько много будет. Ничего себе. Хороший урожай кабачков. Помидорки. Так что, ребята, клубника. Даже помидоры можно сажать на высоких грядках. Шикарная роза. Вот можно посидеть, отдохнуть с розами. И с тетенькой вот с такой. О, все в камышах. Прохладный ветерок. На улице жарко. Смотрите, какое дерево цветет. Красиво. Здесь тоже что-то высажено. О, картошка. Картошку посадили на грядке. На куче. На холме. Много сортов всякого картофеля. А здесь какая красота. Тут мальчик с девочкой вон отдыхают. Лаванда разных сортов. Красивая. Тут тоже, смотрите. Вот эти вот алиумы. Так. Не вижу названия этих цветов. Но они же отцвели. Смотрите, эти шары какие огромные. С мою ладонь. А сколько пчелок. Красота. Красотища. Почему-то подписано только лаванда. Почему-то вот эти вот алиумы цветы, как они называются, они не подписаны. Вот это вот какой-то уже другой сорт. Еще, смотрите, огромнее, но он низкий. Большие.
Интересно, когда они цвели, как они выглядели. Красавцы эти. Дырочка. Тоже интересные цветы. Но, видать, они уже отцвели. Судя по их состоянию и виду. Красиво, ничего не скажешь. Такую красоту создать. Вот это розы. Немного, правда, но есть. Стригут, как интересно, дерево. Магнолия уже цела. Красавчик какой плывет. Ну, тут так много. Денежки люди побросали. Монетки. Статуэтки. Вот это красивое тоже дерево японское, да, по-моему? Такие яркие, насыщенные цвета, красивые. Так, а где наши фламинго гуляют? А, они внутри почему-то. Ладно, посмотрим на них еще. Ого, какие огромные. Даже не знаю, как они называются, вот эти цветы. Как зонтики. Росеты, что ли, росли в полях. Красивая грядочка с хостами. Разные сорта. Это роза. Розы. Хосты красиво сделали. Посажены. Всегда что-то новое. Какие-то новые цветы. Какие-то новые посадки, растения. Все всегда цветет. Садят по сезонам. Весна, лето, осень. Вот эти цветы мне еще нравятся. Не знаю, как они называются, но они очень нравятся мне. Очень красивые. Смотрите. Красиво цветут. Ну да, когда цветают, не очень вид у них, но все равно. Вот это такая аллейка, да? Таких цветов. Еще переливается белый с синим, как мне нравится. Играют цвета. Очень красиво. О, это что за колючки тут? Интересные. Колючие? Да, колючие. Но не сильно. Такой приятно колючий.
Ой, интересное. Так, ну мы сейчас к фламинго пройдем. Посмотрим, почему они в загоне стоят. Красивая лейка тут. Лианы бьются. Это делает тенек такой. Игровая площадка там. Детки наши играют. Травка такая. Газончик вообще шикарный. Мягенький-мягенький. Так, ну вот, друзья. Почему они здесь, не пойму. Наверное, уже их ко сну приготовили. Вот они стоят. Обычно они на улице гуляют всегда. Ну вот, друзья, такие дела. Вот такую красоту я вам хотела показать. Конечно, вживую это все выглядит по-другому. Эти запахи, их нельзя, к сожалению, передать через камеру. Но это очень красиво, очень. Все. Всем пока и до новых встреч!